Мордовские автомобилисты и госавтоинспекторы пополнили банк крови. Они поддержали акцию «Капли крови» накануне Дня жертв ДТП. В республике подобные акции проходят два раза в год. И каждый раз инспекторы сознательно остаются после дежурства, чтобы сдать свою кровь пострадавшим в дорожных авариях. Рассказывает Наталья Тюрина. Передвижная станция службы крови традиционно припарковалась на площадке перед ГАИ. Заполнение анкет в самом здании госавтоинспекции. Преподаватели, курсанты автошкол, студенты, все, кто владеет навыками вождения, знают, как важно в первые часы после серьезных аварий найти кровь нужной группы. Знает это и Сергей Гагарин, главный госавтоинспектор, и сам не раз был донором. А тут еще и комфортные условия. Медики приехали прямо к работе. Не каждый выбирает время, чтобы самому съездить на станцию переливания крови. А тут приезжают люди, есть возможность внутри себя сказать, что он что-то... Каждому, кто не испугался и прошел по показателям, вошел внутрь медицинского грузовика. Гематологи вручали бахилы для гигиены и обязательно провожали пить чай крепкий с печеньками. Судя по количеству участников, только в первые часы у врачей работы было до конца дня. Рассчитывали медики и на здоровье стражей дорог. У кого, как не у них, кто работает на свежем воздухе, все должно быть в норме. Так же, как и среди всех граждан Мордовии, есть и те, кто не может по состоянию здоровья сдавать кровь. Но все-таки в основном сотрудники ГИБДД, в общем-то, достаточно здоровы для того, чтобы помогать людям. Студенты медколледжа и сами сдали кровь, и для участников акции провели флешмоб. И пока морозный ветер относил воздушные шары в небо, они символизировали капли пролитой крови на дорогах, Сергей Гагарин ответил еще на один наш вопрос. Пьет ли кто-то его кровь, например, на работе? В каждой шутке есть доля шутки. Да, наверное, только комары, больше никто. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости.